Рыба – незаменимый источник жирных кислот омега-3 и омега-6. Они, в свою очередь, незаменимые строительные материалы для клеток мозга. К тому же снижают вредный холестерин в крови. Польза рыбы для организма человека неоценима. Она является и одним из главных источников витамина D, который сейчас, в сезон простудных заболеваний, просто необходим для укрепления иммунитета. Купить вкусную, хорошую, качественную рыбу в Чебоксарах можно, и мы даже знаем где. Чавыча, белорыбица, палтус, тунец, нерка, белуга, окунь. Более 35 видов камчатской рыбы и икры. На любой вкус. Слабосоленая, холодного и горячего копчения. Изобилием деликатесов Чебоксары снова балует выставка-продажа камчатской рыбы. Купила чавычу. Думаю, будет очень вкусно. Глаза разбегаются. Все красиво, все вкусно. Все полезно. Поэтому берем. Причем коптят рыбу только на натуральных дубовых, вишневых и яблоневых опилках. Перевозят самолетами прямо с Камчатки, рыбу не замораживают, поэтому она сохраняет все свои полезные свойства. Это подчеркивают продавцы, и именно это ценят покупатели. Мы с Мурманска, мы с рыбного города. Побаловать себя, да, взяли три вида рыбы. Палтус взяли, горячего и холодного копчения. Так что немножко себя можем. Обязательно, когда будут приезжать, придем. У бабушки моя, вот 91 год, моя мама, ей очень захотелось чавычи. Это самый полезный продукт, мне кажется. Но там и витамин D, который необходим организму человека. Икра вот тут натуральная, там не подделка. Хит продаж у нас чавыча. Это всеми любимая рыбка. За ней возвращается повторно и повторно. Она очень нежная, очень вкусная. Она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Так необходимо нашему организму. А какая аппетитная икра! Устоять просто невозможно, говорят покупатели. Она свежего улова, слабосоленая, богатая витаминами и микроэлементами. Зернышко к зернышку. Закупиться полезными и вкусными деликатесами можно с 17 по 22 октября включительно на 5-м этаже МТВ-центра в Чебоксарах.